В этом году завершат ремонт улиц в 5 селах Гумбетовского района. Реализацию программы «Мой Дагестан, мои дороги» проверил координатор проекта Мухаммад Рашидов. Так, в селе Игали близятся к завершению работы на улице Огородной. В Верхнем Инхо ремонтируют улицу, названную в честь классика дагестанской литературы, философа и ученого Алигаджи из Инхо. Также в этом году по проекту завершат ремонт улиц в селах Новая Аргвани, Ингиши и Черката. Мы очень, конечно, благодарны. Это большая работа для села, потому что протяженность этой подпорной стены дамбы где-то 75 метров. Идет большое расширение дороги как раз в нужное время и нужный момент.